Иду сегодня на озеро. На улице страшный гололед. Пошла на озеро птичек покормить. День назад было тепло, плюс 14 градусов. А вчера пошел дождь, а потом снег. И вот на теплый асфальт снег упал, ночью приморозило. И вот такая вот история. Страшной каток. На озере поди, птички-то голодные. В такую погоду очень трудно прокормиться им. А мы-то как быстро отвыкли от морозов. Сибиряки называются. Сегодня сколько? Минус 7. Вот сейчас я выходила, минус 6 было. Уже так это. А у нас теплых вещей уже нет. Мы поизбавлялись от них. Особых варежек, перчаток нету. Так, легкие. Самые легкие. Ой, блин. Тихо. Тихо, не надо падать. Как быстро привыкаешь к хорошему-то. Иду я вначале на новый рынок. Там есть магазинчик и корм продается. Я куплю специальный корм для лебедей там, потому что их кормить нельзя хлебом. Посмотрела погоду. Всю неделю будет такая вот холодная погода стоять. И даже в воскресенье что-то ночная температура. Ожидается минус 14. Ужас. Озеро наше не замерзнет. Так, вот сюда вот сейчас зайду. Здесь всякие-всякие корма. Для птиц, курей домашних. Ну, мне тогда вот советовали парни. Хороший корм для лебедей. Полтора килограмма дайте. Вот тут будет много. Вот этот вот микс мне советовали тогда. Для лебедей. И так для птиц пойдет. Здесь вот такой вот магазин. Все для домашней птички. Для домашних животных. Кошек, собачек. Озеро вроде не замерзло. Здесь вообще сплошной гололед. Солнышко не достигает этой тропинки. Кое-как на полусогнутых. Шучу, конечно, но с большой осторожностью. Везде, везде гололед. А так получше. Пойдем посмотрим. Озеро вроде не замерзло. Парит, но не замерзло. Пойдем посмотрим, где птички. О, как парит сильно. Прям видно такой пар над водой. Так, птички, уточки на месте. Лебедей не видно. Где у меня лебедушки? Где-то нету. Ай, вон они, далеко-далеко. На той стороне. Птички налетели, голуби прилетели. Ух, целой толпой бегут сюда. А вот лебеди там. А что творят? Вы что деретесь-то? А
кустика. Вот они. Лебеди к берегу не подплывают. Так я их и не покормила. Так солнечно. Вот они, лебеди. Как-то попрятали свои головки. К берегу не подплывают. Что такое, я не знаю. Какие-то сегодня неактивные, не плавают. Сидят как-то скукожившись. Заболели, что ли?